Пенсионерке Раисе Ереминой необходима социальная поддержка. Вот уже полгода она под опекой Центра дневного пребывания «Домашний очаг». Сейчас из-за угрозы распространения COVID-19 посещение учреждений невозможно. Но специалисты комплексного центра в сложной ситуации своих подопечных не бросают. У Раисы Степановны проблемы с ногами. Для того, чтобы она могла передвигаться по дому, ей привезли необходимые технические средства. Для вас я сегодня привезла ходунки. Это одно из технических средств реабилитации, которое поможет вам передвигаться удобно и комфортно. Даже общество и то подбадривает. Сидишь дома одна или один, не то. А там, ну, у кого что болит, мы еще делимся, какие травки попьем или там мы еще что сделаем. Несколько раз в неделю специалисты выезжают к пожилым людям и инвалидам, чтобы оказать им необходимую помощь. В составе мобильной группы психолог, специалист по социальной работе и медик. Комплексный центр социального обслуживания населения Самары открылся в начале года благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В центре дневного пребывания «Домашний очаг» 40 подопечных. Без посторонней поддержки им трудно. Это наши подопечные в центре дневного пребывания «Домашний очаг» занимаются адаптивной физкультурой, трудотерапией, досуг проводят с ними, психологическая помощь, релаксация, просмотр любимых фильмов, передач. Информация о тех, кто нуждается в услугах центра, поступает из медицинских учреждений. Также для того, чтобы получать помощь, можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания Самары. Мария Елчан, Максим Гусев, «События».